В день голосования для лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы все условия. На каждом участке имеются специальные стенды, где представлена информация шрифтом Брайля. Изготовлены бюллетени, проект Конституции также был опубликован шрифтом Брайля. Кроме того, на избирательных участках установлены тревожные кнопки. Люди с ограниченными возможностями здоровья могут прийти, нажать кнопку, и к ним выйдет член избирательной комиссии и поможет проголосовать. Условия для ЛОВЗ создаются в целях обеспечения избирательных прав и расширения их участия в политической жизни общества. Общее количество ЛВЗ составляет 20 187 граждан, что на 1902 избирателей ЛВЗ больше по сравнению с показателями досрочных президентских выборов 10 января 2021 года. Для принятия мер по обеспечению доступности маршрута движения лиц с ограниченными возможностями от места его проживания до помещения для голосования. Путем организации социального такси, привлечения к работе волонтеров, сурдопереводчиков, установки кнопки вызова и других средств, которые создаются специально для доступности и улучшения возможностей к этой категории граждан.